Все, можете уже не аплодировать. С вами Батя, это очередная серия. Я надеюсь, это последняя серия по Urban Empire. По Umbra, блядь, Empire. Это отвратительно просто. Ладно, едем дальше. Вроде как, говорят, Кремниевая долина у тебя. Вон она. Офисы. Что-то такие плоские только дома, да? Снизить уровень бюрократии. Да, это ладно. Сплошная волокита. Национальный совет обсудит эту проблему. Несколько лет экономического кризиса вынудили Национальный совет задаться вопросом стимуляции экономики и создания новых рабочих мест. Внесено предложение снизить уровень бюрократии, что облегчит работу малого бизнеса. Это, в свою очередь, может помочь развиться новым предприятиям и создать дополнительные рабочие места. А взрыв ядерного реактора в Чернобыле, СССР. Первая ядерная катастрофа, аварийное отключение реактора Чернобыльской АЭС привело к невероятно мощному взрыву. Какой там взрыв-то, там утечка была, вы что, ебанутые? Выпущена игра SimCity. В 1989 году была выпущена игра SimCity, первая в жанре симулятора градостроения. В этом, блядь, моменте вы можете видеть, насколько разработчикам этой игры Urban Empire было похуй на все, что они в 86-м году игрового времени говорят о игре, которая вышла в 89-м году, и это в контексте газеты внутри игры, блядь. Меня столько трясет от халтурщины этой, еще и от идеологической тупости этой игры, от наглости просто, что вот, смотри, готовая форма, как надо мыслить, блядь. Надо мыслить, сука, вот так, как эти пидоры в совете. Великолепно, блядь. Берлинская стена пала спустя 10... Как там, блядь, в 86-м, мы чё ёбнулись? Спустя десятилетия внутреннего внешнего удаления коммунисты приходят к свободному рынку. В 86-м году. Городской совет скоро выберет, просто станет надо, да? Отлично, отлично, фактология. Отличное, блядь, техническое исполнение. Прекрасная синхронизация между всеми аспектами. Между технологическим древом, газетой, вот этим вот течением времени, как оно тут подписано, геймплейными моментами. Все, блядь, прям отражает, сука, эпохи. Они так единовременно следуют друг за другом, что я, блядь, не могу отличить, сука, от книги по истории вот это, да? Ну, «Церковь без креста», да, тоже мне нравится. Вот. Социал-демократы приезжают на выборах. Вот нормально. Опять баба, да, даже жирный мафиоза не такой сильный противник в этой игре, как на выборах. Эра сменится через 24 месяца, кстати, передают. Я посмотрим. 24 месяца. Два года игровых. Вообще мало. Так, авторитетку нулину пока. 88-й год, представь уже. Надеюсь, это последняя серия. Завершить событие, что это такое. Финансирование полиции. Полюции, блядь. Умеренная партия хочет увеличить бюджет полицейских участков. Да, поддерживаю. Да, эффекты охерительно. Есть ли лучший способ изучить человечество, чем чтение руководства по нашей эксплуатации? Охеренные. Просто такие все искрометные тут эти. Производство чего? Чё тут биомеханическая какая-то рука? Цифровое распространение, экологичность. Трансплантанты искусства. Так, генетика. Хотя генетика известна уже давно, проект по сбору генома человека открыл новую страницу в наших знаниях о себе. Завершение проекта открыло новые горизонты в области генетики. Какие темы город должен поддерживать теперь? Разрешить продажу генетической информации. Добиться модернизации пищевой продукции. Пишите в Евгенику. Так. Пища. А где у нас тут это? У нас тут ферм-то нету. Ну давай. Так. А чё там минуса? Безопасно. Не, давай тогда. Но это же дичь какая-то. Ребят, не принимайте этот законопроект. Тут все они отбитые, не находите? Доступ к ДНК граждан. И все за. И все за. Охереть вы, конечно, эти изуверы тут. Стоп, подожди, чё? Фаерим одна большая вечеринка. Шо, на вечеринке должны достать? Да не надо, там все равно все одни молодые живут, так. Смотри, даже на этом фоне даже я стал попустительство позволять.
Так, ладно, сохраним. Подожди, нет, это... Давай на бате 10. Десятая серия, ага, хорошо, если уложиться в них на самом деле. Тита не успел уже, кстати говоря, нас заграбастать. Уже у нас 88-й. Так, чё там? Так. Средний, по-моему, не даунский вариант, да. Так, это что за хуйня? Да ладно, ну кого? Я хочу эпоху тогда уж перейти, да потом это... Опа! Смотри, что творится. Ха! С пластическими операциями захерачил их. Ну вот террас! Вот это мужик! Оказался-то не промах. Ай, хереть. Чуть сушит так все вот эта игра. А еще я, походу, болею чуть-чуть. Поэтому еще сушит, наверное. Так. Городской совет готов голосовать. Это геном продавать они хотят, граждан города, блин. Сумасшедшие. Снижение уровня бюрократии, хератии. Пары сменит через 6 месяцев, кстати говоря. 90-й год, что ли, типа они хотят, и все. Походу, да. В 90-й год, и типа это сменится. Распад Бо. Советского Союза привел к уничтожению границ. Объединению мира поспособствовали цифровые технологии, которые позволили людям быть услышанными. Угу. Пятая эра. Кошмар следовал за кошмаром. Вторая мировая война вместо триумфальной победы принесла лишь новый конфликт холодной войны. Мир разделен на два лагеря, жил в постоянном страхе полного ядерного уничтожения. Эра пятая. Плюрализм ценностей. Авторитет. 559. Бюджет города 64 миллиона. Личные сбережения 2715 тысяч. Интеллектуальный капитал 93. Плюрализм ценностей. Даже вот в этой фразе дебилизма столько скрывает. Вот она. Вот она, новый мадам Гитлер. Ну, в смысле, мадам, ну, блядь, не новый, а как сказать-то. Ну, ты понял, короче, ты посмотри, у нее даже челка, и реально только усов не хватает. Она выглядит действительно как какая-то, блядь, злая училка или циничная и жестокая. Охуеть. Лизалета с детства была независимым ребенком, чьи фон Фельдсен, да, действительно убралась, чьи взгляды кардинально отличались от ценностей предков. Уже в юном возрасте она осознала бесполезность аристократического наследия своей семьи и поняла, что нужно направить богатство на социально значимые проекты, политические изменения. Когда меняется мир, меняются люди. Да, это было 100 раз. Избранные какие-то партии истинных швейцарийцев и партия пацифистов вылетела. Личностный рост, это и все. То же самое на том же уровне, например. Умеренная партия побеждает на выборах. Партия центристов на втором месте с 17% голосов. Некоторые лучше прочих. Новая партия заявляет, что ее поддерживает множество людей по всей Швейцарии. У партии нулевая поддержка в творческой среде. СССР распадается. Снижен налоговое поступление в союзные республики. Остановлены технологические инновации. Сможет ли СССР удержать республики? Эх, нет. Так. Что это растет? На домик. Швец-батин. Привет. А вот ему не давали переименовать город. Приветствуем Лизелёта. Швец-батин. Добро пожаловать в правительство, Лизелёта. Наконец-то вы стали мэром. Теперь в ваших руках власть способна изменить город. Или хотя бы ваш город, Швец-батин. А, изменить мир или хотя бы ваш город, Швец-батин. Какая цель самая важная? Так, давай его назовем, кстати говоря... Нью-Баттон, раз она это, Баттон.
равноправие, но это такая хуйня, которая просто всех вылезать нахуй несогласных. Вот что это прикрытие. Социальное обеспечение бедных, это уж пореалистичнее. Симпатия класса. Каким социальным классом больше всего это? Что такое низший класс? Рабочий класс, студент. Давай, студент, его неординарных, даже за нее попытаемся отыграть, хотя блюдина та еще снижение будет. Так, скоро пойдет. А, кстати, как совет выглядит? Так, стало вообще, смотреть, стал вот этот, кто он, микрофон и смартфон. Это в 90-м году у нее уже смартфон лежит на столе. Замечательная, блядь, знаете, вот внимание к деталям, она о многом говорит, да. Как охуительно к ней подходит к игре. Популистская партия, апеллирующая к так называемым вечным ценностям. Заметьте, левые, которые обещают, что самый высокий уровень жизни у нас будет, значит, эти, прям будем, блядь, вообще расцветать, только давайте все деньги государству, и не будет бедноты, все охуительно будет. Так вот, левые это, блядь, левых никогда популистами не назовут. СМИ сейчас в основном все левацкие. Но, блядь, любая партия правая, она уже у них априори популистская считается. Но популюс это народ, к слову говоря. Так что думайте сами. Так, ну никто не хочет, смотри, бюрократию снижать, кстати говоря. Отклонено. Печально. Умные люди. Нам нужна бюрократия. По крайней мере, так считает Национальный совет. Сегодня Национальный совет решил остановить бюрократию на прежнем... Оставить бюрократию на прежнем уровне. Обещая принять иные меры по борьбе с безработицей и экономическим кризисом. Премьер-министр еще не разработал подробный план, но уже известно, что среди этих мер будет изменение налогообложения. Берлинская стена пала. Теперь-то она пала, да. Появились мобильные телефоны. Ничего не знаю, у нас вон уже айфончики лежат на столах дома. И вообще... У нас телефоны с какого-то 50-х годов уже мобильные. Чё за херня? Давайте, включайте. Какого хрена? Я хочу быстрее закончить. Вот там предложение по налогам. Так. Не, я поддержу, чтобы хотя бы это. Видишь, смотри, хорошо, что они их не примут, а я поддержал такой. Это великолепно. Что они не приняли, а поддержал. Так, уровень бюрократии снизить. Давайте снова поддержим. Все было. Знаю. Я хорош даже, когда за такую ублюдочную героиню играю. Да. Так, батя работает. Очень редко происходит ограбление, нападение. Пусть таких будет больше. Хера моя, популизм сплошной. Изменение налогов. Так. Ни хера не хотят менять, молодцы. Тоже вот дикий популизм получился. Да и популизм. Хер знает, что тут комментировать. Самострой. Группа студентов незаконно заняла пустующее здание в районе Тринисау. Хотят превратить его в молодежный центр, здание принадлежит городу. Хуй вам. Вот так-то. Проблемы со здоровьем. Так. Да, спортом занимайтесь. Тут да, тут только вон хипстерское кафе появилось и все. Так, зеленые студенты отягощены. Да, немного снизили. Но немного. Смотри, опять упали все эти. Налоги снизили, ясен хер. Попрет вниз. Тут другого не дано. А, нет, смотри, вверх поперли снова. Тут что-то происходило тут. Так, торговля, говорят. Что с ней можно сделать? Санкт-Петербург коммунистический, причем вот тут уже этот уже нет. Так. Не, я не буду, у нас экономика развалится, если мы сейчас.
И опять, то есть дебилизм, почему она вообще находится? Это якобы центр карты, да, но она должна здесь находиться, потому что... Ну, короче, хер полная, как это даже оформлено, дедушка Семен. О, он жив еще. Ваш дед Семен фон Фельдсен умер. А, нет, уже. Ваш дед едва не подавился чаем, когда узнав, какую сумму денег дедушка Семен оставил наследство. Что ж, ваш отец всегда волновался, что вы часто спорили с дедом. Он был уверен, что это приведет к разладу в семье. Вы смотрите, наверное, это не иначе. Чему самому главному научились у дедушки Семена? Страстная аргументация, целеустремленность. Манипуляция людьми. Целеустремленность и авторитет плюс 3 поднялся, смотри. Ваш отец был нерешительным человеком, но дедушка Семен всегда знал, что чего он хочет и как этого добиться. Его цели были сомнительны в лучшем случае, опасны в худшем. Но целеустремленности ему было нельзя было отказать, хотя он не одобряет ваши цели, ему по душе ваше упорство и сила воли. Так, изменение налогов. Я уже устал это комментировать, просто тупость, вот одним словом, тупость. Как еще эту игру характеризовать? Так, покинуть. Тоже ничего нового. А вон какие-то поля, кстати говоря, но на них никто не трудится. Хотя вон домики есть. Я что-то только сейчас их заметил. О! На этой планете не в том, чтобы учитывать Бога, а в том, чтобы создать его. О, трансгуманисты подъехали. Так, экологичность. Бытовая робототехника, ну давай, погнали. Выращивание организмов. Современная медицина творит чудеса, искусственные органы и сложнейшие операции тому пример. Администрация вашего города пытается разобраться, с какими проблемами столкнется медицинский сектор в 21 веке. Чего надоется? Производительность или сферу бизнеса? Вот. Я чуть не учел, что у нас полностью леваческие эти чувачки-то. Но потом тогда в другую сферу пойдем. Чем для туризма? Это выгодно было. Вот, посмотри, нет. Ага. Только что были эти, а теперь уже, смотри, приняли. Я же говорю, она очень иррациональная, хаотичная игра. Хер пойми, что происходит. Социал-демократы побеждают на выборах. Партия социалистов вторая. О, вот, поперли, смотри. Нигерша, она точно выиграет у этой. А хотя не факт еще. Это что за херня? Смотри, какие высокотехнологичные поперли, да, эти... офисные центры. Закат коммунизма. Советский Союз развалился, некоторые считают это символом конца коммунизма. Что нужно сделать, чтобы сохранить актуальность левых партий? Да ничего не должно. Прогрессивность. Загляни в прошлое. Хер его знает. Да ничего не надо делать, пусть загибается. Фаеризм депрессии. Слушай, займись дворами, ублюдок. Странный фаеризм. Вот, уже как в этой стали, как она. В City Skyline. Татуре кремниевая долина поперла. Наконец-то. Будущее прямо. Так, о, выборы мэра я проклятил. А, нет, смотри, я выиграл. Все понятно. Все крупные партии за меня. Отлично, отлично. И это что не составит труда, наверное. Самая левая в этой игре персонаж из фон Фильдсенов, поэтому она и не составит, короче, труда выигрывать все эти выборы. Тут я немного прихренел. Да давайте уже. Ой, в депрессии. Да и займись ты дворами. Походу, они реально вынуждают меня посадить им дубы. Да ведь казна может это себе позволить, мягко говоря. Снижение... Так, давай, что это? Бюрократия, все опять не хотит. Не хотят бюрократии. Что-то про штаты новое, я уж пропускаю, потому что там обычно ничего интересного, все повторяется. Так, нет, а я выступаю против до сих пор. Ха, хоть в этом мы выиграли. Даже она получилась у меня не такая уж левачка совсем поехавшая. Бежицы.
Швейцария живет мирно, а вот в Европе свирепствует война. Тысячи и тысячи людей ищут убежище в Швейцарии. Все города, в том числе Нью-Баттен, принимают толп беженцев. Беженцы болеют, голодают, у них нет средств существования. Может ли... Так, это европейские беженцы, тогда их принимают. Это же югославские, наверное, скорее всего. Вот они разваливают кабину Америкоса именно сейчас как раз. Вот, так что так их принимаем. Вон какие-то суперзаводы тоже. Это оружейный, смотри, ГАНС. Военная промышленность. Из досок делают, вон доски. Так, предложение по налогу. Умеренная партия утверждает, что Нью-Баттен наполагает богатые да-да-да. Нет, 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 отлично. Слишком сильно залезли леваки во власть, что не будет такого. Такого снижения налогов, ничего. Охренеть тут. Что-то теперь мне уже начинает вериться в... Да, снизим уровень бюрократии. Готов ли мир к 2000 году? Смена года с 99-го на нулевой. О, да-да-да, это верили люди в это, кстати, действительно, ребятки. Может вызвать многочисленные проблемы с компьютерными сетями, да. Состоялась первая церемония учреждения игра года Швейцарии. Главный приз получила авангардная игра, разработанная студией A-Sharp, жюри. Награда от крылит разработчиков. Сплошная волокита, да, это про бюрократию. Так, изменить налогов. Не хотят они для богачей, конечно, менять налоги, смысл. Так, идем дальше. Так, давай что-нибудь посмотрим, что у нас тут по домам-то. Очень мало, конечно, за целые там полтора века, и ничего типа особо нового тут так и нет. Обрати внимание. Так, он будет называться Батя Сити. Систи. Сиськи, блядь. Так, поехали. А, да. Какой некрасивый парк, к слову говоря. Что-то еще какая-то рогатая баба или безголовая, или что такое? А, нет, видно голову. Это просто голая баба. А где парк-то? Это же какая-то херня. Тут ни одного дерева, что за парк такой. Уж в него не разориться, уж точно казна. А, во-во, по деревьям вон они вылезли. Отлично. Так. Предложили ввести налоги на ограничения по вопросам в окружающую среду. Вы выступаете против, так как они ставят под вопрос, да, вот эти типа рабочие места, она же все за них берегется. В Килдридже тогда попробуем. А, нельзя два района сразу. О, 97-й, 98-й, ни хрена как это. Все, эта серия последняя, реально финал. Отлично, 11-й не будет, прекрасно. Сейчас тогда понастроим здание, чтобы, так сказать, все их увидеть уже, да, за игру. Так, сколько? А, ничего нету, попить уже. Так. Все портреты открыты. Так. Что, музей сделали тоже? Да, смотри-ка. Килдридж. Это пожарная станция и... Давай я тут тогда сделаю водоочистную. О, отлично. Унизительная сторона. Она наполняет наши дома техникой, которая...
Это даун из комментариев. Написано было неизвестный. Интернет вещей. В смысле? Сара Коннор? Тут уже вообще все подряд. Так, в смысле это... А, это типа этот интернет-магазин и вот это все. Погнали. Так. Давай муниципальная служба, хер с ним. Так, городской совет готов голосовать. Хорошо. Вот бюрократию-то они снижать вообще никак не хотят. Интересно, значит, все. Выходит все. Тут же завод. Выборы мэра. Признание. Швейцария планирует присоединиться к Евросоюзу. Исторический шаг. Так, изменить район. Ага, все, теперь тихо. Теперь не будем больше менять эти здания, потому что он, смотри, сколько. Сейчас, может, Евросоюз нам подкинет денег. 99-й, сейчас нулевой будет, короче. Так, да. Надеюсь, до 20-го максимум будет. Чтобы мы за эту серию успели. Беженцы, хереженцы, да-да-да. Так. 6 тысяч там позвольте. Да ё-моё, смотри, все. А, па, какой-то хер очкарик, если вы его не видите. Он что это, он зажимает ее, смотри-ка. Так, скоро будет частная жизнь. Так, вы всегда знали, что дети для вас, вы не видите в этом проблемы, зато видят другие. Ваши мама и папа постоянно мигают продление рода фон Фильцена. Сейчас какой-то журналист задал бестактный вопрос о ваших планах. Оба заткнуть. Да, то есть опять без альтернативный выбор. То есть послать и какими вариантами. А вот не посылать вообще хер знает. Так, нет, это... Все, тут ей не надо перед выборами. Угрожать там кому-то, затыкать рот. Более Павлу Бабе. Так, это что, это центральный нравится? Так, твердые принципы. Так, так, так. Вы приняли участие в ток-шоу и, не боясь последствий, заявили о поддержке права на аборт и эвтаназию. Пиздец. Да для нулевого года это шок, нахуй, про эвтаназию-то. Председатель коммунистической партии Лизал, это, конечно, важная тема, но она слишком спорная. Даже для наших сторон. Он даже коммунисты, нахуй. Вы многих разозлили, так. Возможно. Бля, эту обезьяну сделать человеком, конечно, не представляется возможным, так. Про эту героиню имею в виду. 88-й год, нихера, ну как. Мы только начинали серию, сейчас уже. Нулевой. Так. Сейчас посмотрим. Он же не должен нас выиграть. Вон плюс 2 политический авторитет. Такого не было со времен первого самого этого дядьки. Так, ну он-то всем угрожал, а у нее хер знает, как будет выходить. Да ё-моё. 9. 14. Правда, это необходимо. Так. Все, поехали. Давай, 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 давай. Даже в один голос мне плевать. О, хорошо, даже больше, чем в один. В 3 голоса. Отлично, отлично, отлично. Но она столько зданий может настроить, может, тоже на авторитет, кстати, влияет. Финансирование театра. Так. Да, я поддержу. Снижение уровня бюрократии. Так, неужто они первый раз согласились? Ну, ли, даже что с демо за снижение уровня бюрократии? С прессом в один голос они наконец снизили бюрократию. Национальный совет снизит уровень бюрократии. Сегодня Национальный совет постановил принять меры по снижению уровня безработицы и стимуляции экономического роста. Эти меры включают упрощение процессов создания и управления компаниями. Это шаг к процветанию Швейцарии и появлению новых рабочих мест, провозгласил премьер-министр страны. Так она премьер-министр, получается. Террористы врезались в самолете во Всемирный торговый центр. Вообще ничего не понятно, тут с устройством тоже. Ну, то есть надо ебись потом. Пошли к игре.
В здание ВТЦ в Нью-Йорке врезались два самолета, позднее было установлено, что это была террористическая атака. Швейцария вступает в НАТО. Организация Североатлантического договора – это военно-политический блок, созданный для защиты Европы. Швейцария предлагает присоединиться к Союзу. Так, 2001 год. Опа! Ни хрена себе, ты посмотри на это, в натуре Кремниевая долина. Семитысячный город, смотри, что устроил. Тоже, сука, две башни, вы зачем их построили, сука, так рядом, а? Он сюда тоже прилетит, после Нью-Йорка. Так, эй, да вы задолбали, нет. Вот это дома. Это уж точно средний. Это средний еще, так смотри. Так, это что финансирование? Да, поехали. Театр. Сколько там? Надеюсь, немного. Уж не перекроет один театр столько бюджету. Думаю. Так, давай, давай, давай. Так, разные точки зрения. Несколько месяцев назад ваш автомобиль угнали, полиция не смогла ни найти ни машину, ни преступника. Вас разлило их некомпетентность. В интервью одной газете вы интересовались, почему Нью-Баттон не оснащен достаточным количеством камер видеонаблюдения. По какой-то причине это вызвало яростный протест как со стороны левых, так и правых. Представитель коммунистической партии решил позвонить вам. Сожалею, но если вы продолжите делать такие заявления... А что, она коммунистка, что ли? А где тут вообще коммунистическая партия? Пусть извинится, короче. Камер, говорит, понаставим. Так, да-да-да, все это. Тут тоже не надо особо вылазить. До сих пор это ублюдская вывеска департамента. Что это вообще значит? Тут одна компания департамент. Это хрень. Люди к налогам привыкли. Смотри, как это все равно что-то получается у них. Город такой разношерстный, конечно, непонятный. Что так скучно стало в нем играть еще. Уже к этой фриковости вроде как попривык, как люди к налогам к этим. Хер поймешь. Так, да вы задолбали. Они всю игру этот дебилизм проталкивают, вот, заметь. Как им это важно, блин. Чешется, сука, глина, видать. На переработку. Фу, блять. Именно вот этот. То есть они не поднимали, даже с бюрократии столько это. Так, на съезд партии. Да, 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 да. Публичное лицо. Нас ждет неизвестное будущее. Но впервые я смотрю в него с надеждой. Если робот смог осознать ценность человеческой жизни, возможно, должен способен. Так. А, цифровое распространение. Я как стартап. Интернет вещей. Так. Да какой сервис у меня? Идентификацию с налогами прямо. Хотя, бля, надо было налоги. А нет, смотри, вот полезли в год снова. Смотри-ка, опа. И уже снова беру. Блин, нормально. Смотри, как куру. Предложение по налогам. Что там? Высокими налогами. Против. Сука, все за. Ай-яй-яй. Если не подмочил репутацию. Опа. Умные дома. Ой, какие уродливые на сваях. Ты посмотри. Отвратительно. Оба новый растет. Такой же уродливый будет. Чуть поменьше. Вон, поехали, поехали, смотри. Так, по налогам. Да уж, 2004 уже. Да, это они уже каждый год эту хуйню лепят. Ладно, хоть так. В ранних версиях игры вообще они это не спрашивали нихуя. Они прям в этот кидали в палату. И там они голосовали за это. Нихера, смотри, вон тут выросли. Дома огромные такие. Опять ивент. Самые важные ивенты, они, конечно, на секунду только. А то, что все будут играть в это говно на четверке, да никто не думал.
на единицы еще столько времени на эту херню тратить, ну нахер. О, саундтреки даже нормальные пошли, кстати. Зеленые победители, вы серьезно? Умер человек, спасший миллиард жизней. Умер Норман Борлуд, которого одни назвали зеленым героем, а другие капиталистической ненавидой. Швейцарийцы потомки лигурийцев, по словам ученых. Генетические тесты подтвердили, что швейцарийцы далекие потомки лигурийцев, древнего европейского народа. Мы живем на этих землях уже много лет. Так. 5 танигерш. Наверное, мы выиграем. Цифровое распространение. Так, обложить интернет. Так, не-не-не-не. Сплетить с корпоративными. Ничего не надо этого делать, поняли, собаки? Так, слишком больная тема. О-хо-хо, блядь, 6-й. Тут реально уже прям недолго осталось. Что так подвисает по-тупому, потому что типа тут 7000. 888 человек, и как бы столько зданий, типа вот, как же так, столько анимашек, высококачественных-то таких, как в фильме «Дети против волшебников», примерно. Так, ну давай, вот, это иронично, если она это скажет, вот это классно будет. Так, что там? А, и так нормально, видишь, что? Отлично. У нас больше что-то, чем этот универ появился в городе. Ну и вот это еще очень высокое. А, ну это такая же Америка. Как тут выглядит машина, это теперь, кстати. Чего они тут ходят? А, хотя это по сути огромный парк, поэтому... Чего они тут ходят? Гуляют? Не, это ж парк, это скорее так, сквер какой-то мелкий. Когда фильм не в кассу. Так. Уже. Ну, блин, до какого она будет идти-то? Наверное, до 20-го, я так предполагаю. Не может же там до 30-го, до 40-го, это же не может такого быть. Надеюсь. Весь мир оботкротился, рецессия там, да-да-да. Все то же самое, все то же самое. Туризма как такового вообще тут нет. Тут вообще почти ничего нету. Тут весь вон древний вокзал только, стародавний. И еще более древний порт. Ну, у нас он не более древний, но... Изначально он, по сути, он более древний, если нормально играть. Смотри, как ублюдских входит это. А, я думал, она под проходит. Какие-то пароходы, это что тут за вообще рассинхрон полный? Бредовая игра, потому что... Меньше даже народу стало почему-то. И ничего не происходит. 2010. Кровь фон Фильца. Молодая депутатка из левой партии не взлюбила вас. Она утверждает, что вы столь же жестокий и самоуправный, как и ваш дед, несмотря на то, что вы прикрываетесь красным знанием. Разозлится, сука, эффект. Несмотря на ваш резкий ответ, вы понимаете, что в чем-то оппонентка права. Ваш отец всегда чувствовал себя человеком другого времени, теперь вы начинаете понимать его. Вы всегда были... Вы считали всегда себя современным человеком, но, похоже, молодое поколение под современностью понимает что-то иное. Или, возможно, вас сыграла кровь фон Фильценов. Сумасшедшие, короче, левые, они уже считают, видишь, что... Как бы... Кровь, там, генетика, евгеника, все, вот, смотри-ка... Есть, значит, консервативные, отбитые, да, у них дурная кровь, и есть нормальные левые, которые никогда не были аристократами, это пиздец. Так. Да не, пусть будут они наоборот, они более публичные, открыты будут, эти все служители государственные.
Изменение пола. Зеленые требуют, чтобы городские власти разрешили проводить операции по изменению пола. Они утверждают, что у трансгендеров есть на это право. Зеленые уверены, что совет примет предложение, а христианские демократы что отклонит. Вето нахер. Вот, 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 вот. Вето, ёптать, это того стоило. Авторитет. А вот эта поддержка партии не снизилась, кстати говоря. Выборы мэра приближаются. Смотри, она виснет так, короче, дико уже начинает. Вето наложили, смотри-ка. Даже у неё в голове что-то засвистели мысли. Так. Смотри, все больше производств. Кто, интересно, будет сейчас этим оппонентом-то? Когда уже закончится это? Вейпинг. Новая подростковая мода или возможность остановить эпидемию курения. Говорят, электронные сигареты могут помочь в борьбе с никотиновой зависимостью. Но вдруг это лишь новая форма наркотика? В 11-м, он гораздо позже. В 16-м, 17-м вейпинг. Ай-яй-яй. Социал-демократы, это хорошо. Зеленый вишни. Не получилось. Опять тут очкарик тут. Смотри-ка. Парк любви. Парк любимое место для прогулков студентов и молодежи, особенно юных парочек. Однако это не нравится пожилым жителям, которые жалуются, что парк превращается в лагерь разврата. Да, вот представь молодых чисто вот из-за возраста тебе типа нельзя вот в парк было бы зайти, типа сразу мусора бы это загребли, но это абсурд. Так уж мы делать не будем. Название как будто какое-то. Королевство Фариэм. Асфальта до сих пор нет, зато вон Кремниевая долина, нанотехнологии, искусственный интеллект, биоимпланты, вот эти все, всякая херня. Асфальта не открыли. Социальные сети тупят. Но я так не думаю. Понял шутку, смешно. Недопущение дискриминации. Хера, я не буду это изучать. Так, поехали. Что за разумный рост, кстати? Я инвестирую в автоматизированное метро, беспилотный автобус. Ну, блять, так сказать, у нас нету даже автобусов простых-то, так что не особо в тему. Так. Бати, кстати, а не бати написано почему-то. Но. Ну ладно, хер с ним. Сейчас уже выборы и... Так, эй, хватит. Последок решили. Да какого? Эй, фашистам симпатизирую. Вот, все классно. Возможно, уже хватит этого. Да блин, зеленые, вы чё, куда вы? Тихо, наши. А одни соцдемы перекрыли 5 партий. 5 партий одни соцдемы перекрыли. Это их сколько там? 16 этих, 14 этих, 4, 8, 10 и 9. То есть большинство, не все, конечно, они против, но большинство из этих 5 партий против меня, а одни вот эти за меня, и они перекрыли, нахер эти. Но их партии, походу, полностью за меня, иначе как так-то? Охерительно просто. 13-й год, смотри-ка, подбирается уже к нашему времени. Как быстро время тянется. Чё там, студия, что ли? О, смотри. Кинопроизводство, не стоит. Среди заводов. Нормально. Да уж. Сити, конечно, не особо удался. Такие картины вообще можно это в России увидеть на раз-два, когда пустыри такие, типа высотки. 14-й год. Так, Мильтон. Что-то можно поставить-то. Во, давай, цены переработки. Отлично. Нет, это он, что ли? А, вот.
когда он уже реально 6 лет игровых, и давай заканчиваем. 15, так. 8 тысяч, кстати, перевалили. За полтора века 8 тысяч населения. Нормально. Такие городки бывали. Не, не такие городки бывали, я имею в виду, что 8 тысяч за много веков. А вот таких городков, где, конечно, 8 тысяч небоскреб стоит, это какой-то абсурд. Да едь ты уже, едь. Так, разумный рост, проблема. Разнообразие, что это? Нет уж проблем с здравоохранением. Может, это грамотное использование технологий только вот привело к тому, что налогообложение явно тут неграмотное. Если серьезно говорить. 15-й. Чё там? Когда он сменится-то, интересно? Такой не буду, а то это... тормозится вот эта штука. Ну, до 20-го доиграем, наверное, и это... О, смотри, кружился домами. Пятачок этот, молодежный. Что-то делается. 16-й год. Даже до 18-го доиграть. Хер знает. Опять этот дурной ивент. Да-да-да, ты только тормозишь, убуди нахуй. Ой, дебилы с этим, чё там? Да, я поддержу, и все равно же его не примут. Наконец победа. Вчера председатель нашей страны стал лучшим представителем на Евровидении. Первый в истории Швейцарии международный песенный. Евровидение, да. Песенный конкурс пройдет в Триесте. Популярная игра пробудила интерес к политике. Швейцарийская компания Reborn Games удивила всех, выпустив настоящий хит. Весь мир оценил политические интриги, увлекательный геймплей вполне сможет стать бестселлером. В случае не вот эта игра, я имею в виду, якобы. Да, 16-й год же. Они настолько ЧСВшники, что они сами себя засунули, короче, в свою игру. В пенисный турнир, блядь. Так, голосование изменений налогов. Почти миллион уже в этот идет бюджет. Хер с лишним не будет. 17-й год. Нет. 17-й год. Да, смотри, они уже по несколько раз в год это начинают. Они чувствуют, что конец-то игры уже не будет. Так, дополненная реальность. Тайс. Да чё за ублюдство-то? Давай, Кати. Да, это всё. Да чё такое-то? Сколько оно будет идти? Вы серьёзно? Не хочу ещё серию по этой херне. Не хочу. Не хочу. Или пилить эту придется на две, тоже бред. Еще раз не хочу за это говно. Так, смотри, 18-й год уже вперед обогнала, чем. Уже август он у них. О, крайне это сильная площадь в низких этих площадках. Так, ладно, посмотрим, как там с этим. Так, вся такая заключенная, короче, слышите? Вы видите, да? Вообще сильно, сильно, сильно. Да вы чё, эй? Носите парики, сука, да, я знал, что это на вас подействует. Сука, соцдемы против. Выиграли, смотри-ка, выиграли.
Соцдемы против, блин. Да, да что это такое-то? Сколько она идет, интересно? Ценник, лудист, пессимист, жестокая. Ага. А с какого хера-то? Сколько, когда она кончится? 19-й год уже, вы чё вытворяете-то? 20-й, наверное. И заканчиваю, да? Да, надеюсь, что да. Забыл я, с какого по какой она идет, честно говоря, эта херня. С какого по какой год она идет? Опа, ничего тут выстраивает, смотри. Херак. Опять тоже департамент. Есть! Историческая победа, 20-й год. Есть! Ура, бля! Победить на выборах, остаться у власти, оставить достойное наследие. 5 звездочек. Отлично! Отлично же. Ну, отлично. Достигнута историческая победа. Прекрасно. Просто охерительно. Итак. Титры. Вот так вот. Кресло мэра ждет вас. Да все уже, отпахал. На галерею. Итак, всем спасибо за просмотр этого охерительнейшего цикла, но отвратительнейшей игры. Это, конечно, как бы сказать, было ужасно. Что сказать об игре? Она ужасна во всех отношениях. Нет синхронизации между событиями, хронологией, ивентами самими и событиями, которые в газете освещаются. И геймплей. Вообще никакой синхронизации. То есть, то бишь, единовременности никакой нет. Геймплей ужасен тоже. Технически она очень слаба, она не только глючная, так еще и там никак это, что, какие-то эти, что ли, реборн. Это вон, это финны, они же очень сейчас либеральные, это финны, видишь, Мико там, да всякие вот эти, Тука, Антихий, Кейнан. Финн мне нравится, но сейчас у них это, конечно, бред полный творится с правительством и генеральной линией. Они очень либеральные. Джон Маннергейма изобразить негром, если уж на то пошло. Так что понятно, что они такую игру сделали отвратительную. Ну и потом финны, это же, считай, такие медлительные люди довольно. Он апусало. А эти, если бы, конечно... Даже шведы до такого не докатились. Шведы, Европа Универсалис, Товарис, с Crusader Kings, как бы, они не докатились до такой хрени. Артисты, смотри. Одни русские почти. Одни русские, видишь? Ну это, ну чё? Только какие артисты-то? Которые озвучивали это, ну всё. Да, то есть, ну, титры посмотрели полностью, ни хрена. Чё, она отвратительна по посылу, самое главное. Она просто омерзительна. Я даже не буду эти гадости пересказывать, что там... Буквально, что не зря там все погибли, это мужчины белые на Первой и Второй мировых войнах, чтобы проложить вот этим либерастам, которые отсиживались, да, там в тылу, вот эту свою идеологию прогнать, чтобы всякие эти слабые элементы общества были у руля, и о них больше всего было заботы, о дегенератах. И нормальные люди не развивались, а только думали, как не задеть дегенератов. Ну что ж, посыл отвратительный, и, в принципе, как и вся вот эта вот леволиберальная гадость. Долго не буду про это говорить, я весь цикл про это говорил, так что просто отвратительная игра. Просто мерзотнейшая игра. Отзывы в Стиме тоже говорят о том же. Ну что, всем спасибо за просмотр, тем не менее, прохождение-то было таким довольно смешным. Хоть я... гневился часто там, но ладно. Все, всем спасибо за просмотр. Ура, вы это сделали. Все, всем это поддерживайте на лечение теперь батькина в Патреоне, в кошельках, ссылки в описании. И подписывайтесь на канал, распространяйте это видео, рассказывайте о бате друзьям, смотрите другие циклы. Встретимся в любом другом видео. С вами был Батя. Всем пока-пока.